Внимание, объявление. В связи с произошедшими в Турецкой Республике землетрясениями, все желающие могут оказать материальную помощь в виде перечисленных в списке вещей, которые можно доставить в посольство Турции в Бишкеке, упакованном в прозрачный пакет и с указанием содержимого в пакете. Вещи должны быть по возможности новыми и пригодными для зимних условий. Адрес посольства Турецкой Республики в Бишкеке. Город Бишкек, улица Московская, 89. Приводим в список необходимых вещей для материального пожертвования. Зимняя одежда для взрослых и детей, а именно куртки, пальто, плащи-дождевики, сапоги, ботинки, джемперы, свитера, штаны, брюки, шарфы, перчатки, шапки, носки, нижнее белье. Другие необходимые вещи в виде палатки, кровати, матрасы для палаток, одеяло, спальные мешки, термосы, фонарики, портативные зарядные устройства в пауэрбэнке. Коробки с продуктами, а именно консервы и консервированные продукты. Детское питание, подгузники, моющие и гигиенические средства, женские гигиенические средства. Все данные объявления размещаются на официальной странице в Фейсбуке посольства Турецкой Республики в Кыргызстане.